Напомним, по приблизительным подсчетам, около 30 тысяч человек сегодня приняли участие в праздничном шествии в областной столице. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Не помешала даже плохая погода. Тюменцы увидели театрализованное представление. Впервые за долгое время участие в шествии принимала конница. И уже по новой традиции по центральной площади города прошли курсанты Тюменского президентского кадетского училища. А также представители всех военизированных и силовых структур области. Особое внимание уделили колонии «Бессмертный полк». В ней горожане прошли с портретами своих родных, фронтовиков и тружеников тыла. Возглавил колонну губернатор Владимир Якушев, он нес портрет своего деда. Я еще раз хочу поблагодарить наших ветеранов, высказать им огромные слова благодарности всем тем, кто работал в тылу, кто работал на фабриках и заводах, кто работал в полях. Сказать огромные слова благодарности, потому что сегодня можно много рассуждать о том, правильно мы живем или неправильно. Но у нас есть главное, у нас есть выбор, чего, к сожалению, сегодня мы видим, что в мире достаточно большое количество стран лишили себя этого. Мы этого себя не лишили. Суверенность государства – это их заслуга. Поэтому низкий им поклон и огромные слова благодарности. Добавлю, для участия в торжественных мероприятиях приглашены более 2000 ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Если вы не смогли присутствовать на площади или не увидели праздничное шествие в прямом эфире, смотрите телевизионную версию сегодня в 21:30 на телеканале «Тюменское время».